В 2017 году застройщику было дано разрешение на строительство трехэтажного дома общей площадью 900 квадратных метров. В январе прошлого года комиссия зафиксировала нарушения. На незавершенном капитальном объекте были обнаружены конструкции четвертого этажа. Кроме того, хозяин обустроил дополнительный цокольный этаж. Администрация города выиграла суды всех инстанций, и исполнительный лист был передан судебным приставам. Здание строилось без разрешения, без экспертизы, Гостройнадзор не осуществлялся, в связи с чем есть опасность того, что данное здание может не выдержать тех требований, которые предъявляются к многоквартирным зданиям в данном городе, а именно сейсмическая опасность. В связи с тем, что застройщик опасается того, что в соответствии с законом мы имеем право изъять у него земельный участок, он сегодня добровольно вывел бригаду и приступил к демонтажу данного здания. На прошлой неделе также начался снос двух незаконных строений на улице Бакинской. Изначально для работ был нанят подрядчик, но теперь застройщик решил не терять землю и снести незаконный дом самостоятельно. К Новому году оба самостроя будут полностью демонтированы.